Всемирный день защиты детей знают все, но сегодня Всемирный день родителей. Между прочим, принят решением ООН, правда, всего 3 года назад. Я считаю, это справедливо. Нас надо защищать не меньше, чем их. И вообще, мы верим, что надо быть гуманными со всеми, ведь это иные новости. Посмотрите на фото. Узнаете? Это министр иностранных дел России Сергей Лавров в самолете по дороге из Горно-Алтайска в Москву. Клевая курточка, патриотичная такая. Наверное, байкер-хирург подарил. А тем временем на алтайской земле. Портал Flash Siberian сообщает, в Турачакском районе ребенка, которого укусил клещ, родители отнесли не в больницу, а в церковь. Курс церковного лечения продолжался недели, ребенку не было и 2 лет. У него оказался энцефалит. Благо, врачи районной больницы все же сумели в итоге его спасти. Церковная конфессия не сообщается, но я бы таких фанатиков гнала бы из любой. А что делают в Барнауле? Танцуют, невзирая на дождливую погоду, прямо на главной площади сальсу, бачату. Так и хочется присоединиться. Продолжим наше виртуальное путешествие уже завтра. Всем привет!